Страйкбольный автомат АКС-74У с кеймод-цевьем от китайского производителя фирмы ЦИМА. В комплекте был сам автомат, бункерный магазин, небольшое количество шаров, шомпол, ключ для регулировки мушки и инструкция. Материалы изготовления: ствол алюминиевый сплав, пламегаситель сталь, цевье алюминиевый сплав, ствольная коробка сталь, крышка ствольной коробки стальная, рис-планка на крышке ствольной коробки выполнена из алюминиевого сплава, труба приклада алюминиевый сплав, приклад и рукоятка выполнены из ударопрочного пластика. На привод установлено легкое кеймо-цевье с рис-планкой, на которое можно крепить дополнительное оборудование, например, фонарики, ЛЦУ или тактическую рукоятку. Можно использовать как кеймот-оборудование, так и оборудование, которое имеет крепление рис, с помощью переходника в виде рис-планки. На крышке ствольной коробки также есть рис-планка для крепления прицельных приспособлений. Базовые прицельные приспособления – это мушка с возможностью регулировки и целик без возможности регулировки. ДТК-реплика Ламтак Дракон, приклад-реплика Макпул, рукоятка-реплика US Palm. Переключатель режимов огня измененной формы. На нем есть выступ для того, чтобы можно было переключать режимы огня одним пальцем, не меняя положение руки. Органы управления стандартные. Это спусковой крючок, переключатель режимов огня, который имеет три положения. Это одиночный огонь, автоматический огонь и предохранитель, и рычаг отмыкания магазинов. Приклад складной с возможностью регулировки по длине. Внутри находится стандартный гирбокс третьей версии. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы с запчастями от других производителей. У привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за рычаг затвора. Регулировка происходит с помощью стандартного бегунка. Аккумулятор располагается под крышкой ствольной коробки. Разъем мини-тамия, есть предохранитель. В комплекте с приводом был бункерный магазин. Для данного привода подходят бункерные и механические магазины производства фирмы ЦИМА. Для удобства примыкания магазина на привод сразу установлен маглов.